Девочки, всем еще раз большой привет и добро пожаловать на мой канал. Кто не смотрел видео про пустые баночки, то оно будет первым. А сейчас будет видео о фаворитах. У меня сегодня выходной, поэтому я хочу для вас снять два видео. Вот. Итак, фавориты февраля. В общем, сборная с солянками, как всегда. Покажу немного продуктов, действительно, которые помогали в каких-то моментах сложных. И надеюсь, вам будет интересно. Первое, наверное, начнем по уходу за волосами, или, может быть, по уходу за лицом. Давайте за лицом. Первое, начнем по уходу за лицом. Что мне вообще, что меня очень-очень спасает и радует? Это маски для лица. Я вам уже показывала в пустых баночках одну маску, хвалила. Я сейчас вам ее до конца уже покажу, как она выглядит. Вот. Я накупила масок от Diage, ну как накупила, купила то, что мне нужно было, очищающая и регенерирующая маска, вот так вот они выглядят. Это еще новенькие, не использованные. Здесь, в принципе, очень большой объем, здесь по 7 мл их, довольно-таки много. Очищающая и регенерирующая, очень мне понравились маски. На два раза, в принципе, хватает, на все лицо, даже можно немножечко нанести на шею. Вот такие вот маски были фаворитами. И вообще я сейчас очень много, так здесь много масок у них продается. Да, и у нас дома тоже, в принципе, много масок продается. Поэтому берите маски, не экономьте и пользуйтесь масками, потому что они действительно очень-очень помогают в уходе за лицом. Дальше, маска, которую я очень вам хвалила. Вот я сейчас вам ее полностью покажу, как она выглядит. Вот так вот она выглядит. Здесь написано, что это маска с эффектом детокс. Вот почему я ее взяла. А вот очищающая, разглаживающая маска для смешанной жирной склонной и кувыревой сыпи чувствительной кожи. Очищает кожу, сужает поры, их видимость. Эффективно уменьшает комедоны, предотвращает появление экземы, впитывает излишек кожного сала, регулирует его выделение, разглаживает, улучшает микроциркуляцию крови и состояние кожи. Оказывает эффект детокса. Вот такая вот маска. Вообще бомба. Присмотритесь, фирма Беленда, я думаю, что вам должно понравиться. И действительно эффекта хватает на очень долго. И следующая маска. Это вот такая вот. Очень тоже мне понравилась. Это тоже новенькая еще. Ну как, в смысле, я вам показываю новую. Эта маска уже подходит для всех типов кожи. Хотя, я думаю, тут тоже можно нанести, даже если у вас сухая кожа, просто на Т-зону, не на все лицо. То есть увлажняет, улучшает эластичность, упругость, цвет кожи, питает, регенерирует, укрепляет эпидермис, задерживает образование морщин. Применять тоже два раза, я, по-моему, там сказала или нет, в общем, два раза в неделю. Наносите на 10 минут, смывайте теплой водой. Вот такая вот маска, здесь еще там куча витаминок А, Е, В3. С и В5. Тут так и написано, что... И гиалуроновая кислота. Тут так и написано, что коктейль из витаминов. Вот такая вот маска на два раза. Так, это то, что касается ухода за лицом. Дальше. Нет, еще. Еще есть уход за лицом. Тоже от этой же фирмы. Не очень нравится. Я уже, смотрите, сколько использовала. Хоть бы не разбить. Вот такой вот... маслице органовое, здесь оно подходит для комбинированной кожи, но есть тоже еще для разных типов кожи, посмотрите, присмотритесь, здесь вот такая вот пипетка, хватает буквально 3-4-5 капель полностью на все лицо и на шею нанести, я так и наношу его, наношу на ночь, действительно, кожа выглядит намного лучше, мне еще что-то надо такое, наверное, найти под глаза, чтобы как-то под глазами кожу более-менее привести в порядок, потому что вообще... В общем, вот такое вот масло могу всем посоветовать, очень-очень классное, регулирует выработку кожного сала на лице, то есть, ну, несмотря на то, что это масло, действительно... Очень классно работает именно с комбинированной жирной кожей. Так что присмотритесь. Я думаю, что нам на ночь, в принципе, можно такое наносить. У кого комбинированная кожа, на день, конечно, нам достаточно и своего блеска. А на ночь можно наносить и масло. Следующее, что мне очень нравится, и которой этой штучкой я, в принципе, никогда не пользовалась, это вот такая вот база от Paes. У меня было видео на покупке поезд, так что кому интересно, то посмотрите.
Это база такая с мерцанием. Очень красиво выглядит на лице. Сейчас она у меня тоже под тональным кремом, поэтому такое на лице такое свечение. По крайней мере, я в камеру так вижу. Вот. Мне очень, очень она понравилась. И ну, такой эффект мне, в принципе, нравится. Я думаю, что кто меня давно смотрит, то я не боюсь такого какого-то блеска. Вот. Вот такое вот сияние. И это все, в принципе, через тональный крем. При дневном освещении, конечно, может быть, на камеру кажется как жирный блеск, но при дневном освещении кожа такая выглядит более такой здоровой и свежей. Поэтому присмотритесь, в принципе, база даже очень таки неплохая. Так, и еще несколько фаворитов, еще один фаворит для лица. Правда, пострадавший. Вот это я из дому привезла. Я вам показывала, когда, наверное, когда уезжали в покупках, вот такой вот карандашик от Oriflame. Здесь крышка почему-то начинает сама ломаться, я не знаю почему. Может, от перепада температуры. Вот такой вот карандаш, как видите, его нужно совсем чуть-чуть. Я им, в принципе, пользуюсь, но он до сих пор у меня даже форму не поменял сильно, потому что нужно капельку. Кисточкой беру, наношу. Зеленая — это такой корректор, который маскирует красноту какую-то на лице. И плюс там чайное дерево, он еще подсушивает какие-то воспаления. И вот такой вот бежевый корректор, который покрывается уже сверху, там, например, какого-то красноты какой-то, либо какой-то прыщика или еще что-то. В общем, каких-то неровностей, таких красноватых на лице, он хорошо перекрывает. И потом уже я наношу какой-то свой тональный крем, тональное средство, либо же просто выравниваю и потом уже наношу пудру. Ну, в общем, очень нравится. И я думаю, что стоит недорого. Присмотритесь, кому нужен какой-то такой корректор. Следующий фаворит — липбаттер для губ с малиной от Нивея. Прикольненькая штучка, мне очень нравится. Единственный минус — это, конечно, его нанесение. Вот, ну, можно так, можно кисточкой, можно пальцем, как угодно, в принципе, как вам нравится, так и наносите. Хорошо увлажняет, действительно, такие губы ровные, красивые, приятно, вкусно пахнет. И хорошо наносите, если губы сухие, под какой-то блеск, либо помаду, перед тем, как делаете макияж, на губы нанесли, и потом уже в конце нанесли помаду, губы такие более ровные и гладкие получаются. После вот этого вот бальзама. Там у них всякие разные вкусы есть. Я вам говорила, что я этот купила из-за того, что он розовый, но он никакого цвета, в принципе, не дает. Еще фаворит — это фаворит для глаз, это тушь для ресниц от Maybelline. Довольно-таки большая по объему, 12,5 мл. Это Great Lash. Я вам говорила, что я раньше, или писала кому-то из девочек, что я раньше, в принципе, видела эту тушь, но когда она стоила 27 гривен, по-моему, то я даже на нее внимания особо не обращала, потому что думала, что что за тушь за 27 гривен — это вообще, наверное, не тушь, а какая-то чепуха. Хотя я знаю, что ее очень-очень в свое время покупали, наверное, сейчас покупают, если она до сих пор, точнее, если ее до сих пор Maybelline выпускают, поэтому довольно-таки неплохая тушь, хорошая у нее маленькая кисточка и неплохой эффект делает. Ну, понятно, что все любят разные эффекты, кто-то такие ресницы длинные, кто-то еще что-то. Меня довольно-таки она устраивает тем, что у нее небольшая щетка, тем, что она аккуратно прокрашивает ресницы, тем, что она такая довольно-таки, я бы сказала, насыщенный черный цвет имеет и довольно-таки неплохо смывается моим Зиаже гелем для умывания, да и вот этим Синерджи. Она, в принципе, неплохо смывается, хорошо не оставляет никаких черных следов под глазами. Вот, так что присмотритесь. Хотя я знаю, что девочки мне писали, что дома она сейчас стоит довольно-таки больших денег. Но когда я захотела уже после того видео еще купить пару тушей, но уже, по крайней мере, у нас здесь в городке были, они лежали, а в Бедронке, но сейчас уже их нет. Так что, может быть, где-то увижу, то обязательно еще куплю парочку. И последнее средство, которое фаворита, и это новинка, я вам ее еще даже в покупках не показывала, и, наверное, уже пока дойдет до покупок, то уже будет в пустых баночках. В общем, такое вот средство от Glyscur. Это, ну, такой несмываемый кондиционер. Я и дома, в принципе, любила такими пользоваться, легкое расчесывание. Это новый какой-то, какие-то протеины для слабого
для слабых волос, без энергии и так далее. Вот, вот такая вот штука. Но мне очень безумно понравился запах. Я не знаю, что она там делает для слабых, не для слабых. В общем-то, мне очень нравится, когда я не нанесу, и приятный, супер приятный мне запах. Мне он очень понравился. И то, что я знаю 100%, что у меня я наношу, ну, не на корни, понятно, здесь наношу, и знаю точно, что волосы будут расчесываться, и, по крайней мере, меньше я их расческой буду выдирать. В общем, не знаю, я люблю вот эти штуки от Glyscur. Может быть, в других каких-то фирмах тоже, но, по крайней мере, волосы не слипшиеся, такие нормально выглядят, не какие-то там такие сухие, еще что-то, и вкусно пахнут. В общем, вот такие вот спреи. Был у меня еще дома голубой, я два раза брала, такая серия, не помню, как называется. В общем, разные. Смотрите, какой вам по запаху нравится, я думаю, что можно любой брать, и будет супер. Девочки, такие были у меня фавориты. И до новых встреч, новых видео, и всем пока.